Привет всем, вы на канале Юрий Дмитрий Орошенко. Сегодня поговорим о административных штрафах, которые, значит, совершают иностранные граждане и что для этого может грозить. Значит, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральная таможенная служба создают базу данных, с помощью которой смогут контролировать уплату иностранными гражданами штрафов за нарушение правил дорожного движения на российских дорогах. Значит, появится возможность контролировать уплату штрафов иностранными гражданами при выезде из Российской Федерации, а также накладывать временный запрет на въезд в Российскую Федерацию до исполнения обязательств, то есть до оплаты штрафов. Об этом сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании Госсовета, которое было посвящено развитию автодорог и безопасности дорожного движения. В связи с этим я рекомендую очень внимательно относиться к административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Если вы являетесь водителем, у вас имеется автотранспортное средство, автомобиль, и поэтому, если есть какие-либо штрафы, то прежде чем выезжать за пределы Российской Федерации, пересекать границу, рекомендую проверить эти штрафы и оплатить. Потому что если вы выедете за пределы Российской Федерации и у вас окажутся штрафы, то будет запрет на въезд. Проблема эта решается путем подачи заявлений с квитанцией об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения и заявлением на имя начальника МВД, то есть отделения МВД того региона, в котором были совершены штрафы, то есть в котором вы зарегистрированы, с просьбой снять запрет. Снимается этот запрет, опять же, в течение 30 дней или полутора месяцев. То есть это очень достаточно долгий процесс. Поэтому я рекомендую очень внимательно относиться к административным штрафам за нарушение правил дорожного движения, потому что контроль за этим ужесточается со стороны МВД и со стороны Федеральной таможенной службы. Подробнее я предлагаю вам посмотреть выступление министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Всего доброго, вам счастливо. Кроме того, совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств.